Олеся директор, я подчиненный, все. А дома мы меняемся. Я глава семьи, она жена. Это первое правило счастливого брака Калининых. 24 часа вместе на протяжении 9 лет – это непросто. У супругов общий бизнес, поэтому без таких ролевых игр не обойтись. Но их совместная жизнь начиналась не так радужно. Первое, что я делал, ну, как это обычно мужчины, наверное, делают, садился на диван, брал пульт и все. И мне, когда Олеся что-то пыталась сказать, я типа «да, слушаю», а сам, можно сказать, ну, был весь... Там, ну, щелкая каналы. Никаких телевизоров и компьютеров в доме. Вот второе правило счастливой совместной жизни. Олеся уверена, что без ТВ-приемника их жизнь стала намного ярче и интересней. Теперь у Евгения нет выбора. Слушать приходится только жену. У нас нет телевизора и компьютера. Потому что, во-первых, дома, когда мы находились, он у нас был фоном. А иногда там какие-то не очень интересные информации, не очень хорошие. Например, я вот очень впечатлительная, вот эти все вот... Какие-то несчастные случаи. Но даже несмотря на эти решительные меры, конфликтов Калининым не избежать. Глава семьи сам вырос без отца, поэтому кто такой настоящий мужчина, пришлось выяснять самому. Без ошибок, конечно, не обошлось. Мама целыми днями работала, чтобы прокормить Евгения с сестрой, поэтому юноша был предоставлен самому себе. Я, можно сказать, вырос на улице, вы знаете, такой. Начал рано там заниматься всякими нехорошими делами. Ну, как бы я после из этого сделал вывод, что я хочу, чтобы моя семья была полноценной. Когда два человека, две судьбы соединяются, тут хочешь не хочешь, ее родители так воспитали, меня так, свои взгляды у нее, у меня. И тут как бы все равно эти конфликты, они, ну, не избежать. Просто вот здесь и начинается, ну, строительство семьи. Правильное воспитание детей – это глава угла счастливой семьи. Олеся признается, что не хочет, чтобы Кира и Лев повторили ошибки их молодости. Третье правило счастливой семьи – учить детей делать правильный выбор. Мы даем детям, можно сказать, выбор, что ли, в какой-то ситуации. Ну, например, просит у меня сын, да, что-то, там, я вот хочу вот сейчас, например, вот это, да. Я говорю, хорошо, сынок, если ты будешь, ну, возьмешь вот это вот, да, то, ну, вот так-то, 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 да. А если вот это, ну, вот так вот, ну, он подумает и выберет правильное решение. Правильное решение – следовать правилу счастливой семьи. Быть примером для детей, отказаться от алкоголя, табака, вредной пищи и вести только активный образ жизни. Там нет такого, чтобы они упали и валялись где-нибудь, там, купи мне игрушку. Ну как-то они у нас, я считаю, что если родители спокойные, там, у них нет таких скандалов, может быть, но дети не будут там веревки видеть. Кашу из крупы овсяной варит мама постоянно, и по маминому мнению, это каша объедения. А по Левиному мнению, лучше утром есть печенье. И с узорами от каши наша скатерть станет краше. Ну и последнее, и, наверное, самое важное правило – это иметь твердые убеждения, которые помогут пережить даже самые тяжелые времена. Олеся и Евгений познакомились в церкви, поэтому для них это христианские ценности. Мы стараемся смотреть, ну, что Библия говорит, какая семья должна быть. Там говорится, мужья, любите своих жен, жены, почитайте своих мужей. Ну, вот стараешься, какая любовь должна быть. Там написано, что любовь не завидует, не гордится, всему верит, все переносит, не обижается и тому подобное. И просто стараешься вот это вот все соблюдать. Это нелегко, это труд, просто чтобы семья была. Цвела и пахла, как можно сказать. Ну, это усилие надо прилагать. Будьте счастливы, берите на заметку семейные правила Калининых и смотрите «Утро на Енисее».